Таллинская центральная – самая длинная улица Лоо. Дорога протяженностью около 2 километров известна сочинцам и гостям курорта как туристический маршрут к византийскому храму. Вот только путь к экскурсионному месту уже несколько лет как стал проблемным не только для пешеходов, но и машин. Последний раз на улице освежали асфальт в 1974 году. С тех пор состояние дорожного полотна поддерживают за свой счет жители улицы. У нас очень хорошая дружная улица. Мы, конечно, по мере возможности мы содержим улицу в чистоте и в порядке. К нам ходят люди со всех игр и приезжают со всего Лао, и приезжие приезжают. Ну как-то ж можно этот вопрос решить? Мы просто просим, пожалуйста, сделайте нам эту дорогу. До конечной точки византийского храма доехать на машине отважится не каждый. Ухабы с трудом преодолеваются даже на авто с высокой посадкой и хорошими амортизаторами. Мы еще приехали здесь сухо, а когда дождь, здесь как на лыжах ездишь по этой глине. Дорога не то что убита, ее просто-напросто нету. Ежегодно 6 мая в праздник Георгия Победоносца по улице Таллинской проходит крестный ход. Да и многие туристы не прочь увидеть святыню 4 века. Большая просьба к администрации. Помогите нам это все восстановить, просто уже не ходить, не гулять. Во время ливня мы из дома не выходим, пока не подсыхает. Она самая красивая, панорамный вид. И стыдно перед гостями, в общем-то, нашего поселка и жителями. Туристов едет много, идут к византийскому храму и... Как мы их встречаем такой дорогой, это не должно быть так. Решить проблему жители Таллинской пытались разными способами. За свои средства они недавно проложили водовод и подключились к централизованной канализации. С каждого дома, а их 146, собирали по несколько десятков тысяч рублей. Также жители регулярно отсыпают щебнем дорогу, но все это держится до первой непогоды. По крутому склону ручьи стекают не только в дома, но и на главное шоссе. Решить проблему поможет только капитальное восстановление дороги, на которое сами жители собрать средства просто не в состоянии. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.